Районные соревнования ко Дню Отца проходили в Фокприкамье Николы Березовки. Сегодня на старте дуэты пап и детей. Соревнования открыл приветственным словом глава администрации Краснокамского района. Желаю, чтобы всегда была не только ваша ответственность перед семьей, но и поддержка со стороны близких, потому что та ответственность, которая существует и которая лежит на плечи отцов, она большая. И каждый мужчина чувствует ее. И старается сделать все возможное для того, чтобы поддержать своих близких, своих детей, супругу. Сделать так, чтобы в семье был мир, покой, чтобы дети радовали, чтобы семья росла. И чтобы благополучие семьи нарастало, развивалось. Для этого в нашей республике делается многое. Благодаря взвешенной, продуманной политике главы Республики Башкортостан Ради Борисовича Хабирова установлено много различных льгот, направленных на поддержку семьи, семейных ценностей. Эту работу мы проводим и здесь, у нас в Краснокамском районе, в каждом сельском поселении. Алексей Горбачев отдельные слова благодарности выразил присутствующим на мероприятии парам-юбилярам, отцам, удостоенным общественной награды «Отцовская доблесть» и участнику специальной военной операции за яркий пример сохранения семейных ценностей, за достойный пример отцовства и за активную гражданскую позицию. После официальной части семейные команды вышли на старт. Участникам предстояло пройти несколько испытаний, где важно все – физическая подготовка, ловкость, сноровка. Отцы и дети показали, как отлично умеют работать в единой команде. Обычно стараемся участвовать в таких спортивных мероприятиях. Нравится нам выступать. Дочка очень любит физкультуру, спорт. Ну вот, чтобы она меня поддержать, я ее поддержать. У нас обычно прогулка на велосипедах, вот выезжаем. Футбол гоняем иногда, зимой бывает так, ну, не совсем хоккей, не профессиональный хоккей, а так, клюшками балуемся иногда, на лыжах катаемся. Она вот участвовала в лыжне России в прошлом году, шапочку получила. Есть еще такая поговорка, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот посмотрят и подтянутся. Мой папа очень хороший, добрый, отзывчивый человек. Районные соревнования, в которых приняли участие команды сельских поселений, ярко показали, как в семье важна поддержка и взаимопонимание друг друга, и как важна роль отца в семье. Краснокамцы всегда поддерживают статус одного из самых спортивных районов, и подобные семейные старты уже давно стали визитной карточкой муниципалитета. Сегодня мы провели торжественную часть мероприятия, а также организовали для пап и их детей спортивную часть мероприятий. Приняли участие команды сельских поселений нашего района. От имени Совета отцов при администрации муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан поздравляю всех пап, дедушек, будущих пап с таким замечательным праздником, который у нас в районе проводится традиционно. Уже с 21 года, после указа президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И поздравляю всех отцов, желаем всем крепкого здоровья, успехов, счастья. Желаем, чтобы и в дальнейшем наши папы были примером для подражания для подрастающего поколения. Сегодня на спортивной площадке Фокприкамье не было споров отцов и детей. Семейные команды, наоборот, продемонстрировали свое единство, сплоченность и уважение. А по итогу соревнований состоялась торжественная церемония награждения победителей.